Я надеюсь, я никуда не отодвинулся и надеюсь, ничего не произошло сверхъестественного. Так, погоди, куда мне нужно? Если верить карте, то прямо и налево. Верно, 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 сюда же. Да, скорее сюда. Да, и литейная прямо по коридору. Ух, ёптвою мать. Бежим. Чё у нас есть? Чё у меня есть? У меня есть гранатомет, которым я не побоюсь воспользоваться, хочу заметить. Просто сейчас швырну в него. А где он? А где он? Чё-то я не понял, а куда он делся? Так, он где-то вон там. Перепутал. Выходишь? Нет. Иди сюда. Ладно, пока давай отольем ключ. Шаблон. Шаблон ключа. Давай, не надо тут глупить. Заниматься вот этим вот попыткой самопроявления. Выключайся. Ну, ключик готов как раз таки. Ключ Гейзенберга. Опа, ржавые детальки. Кристальное сердце. И, собственно говоря, куда мы идем. Куда мы направляемся. Я так понимаю, сюда. Да? Да. Чего? Не хочу я туда идти. Привет. Приветики, мои хорошие. Угу, попробуй только ударить. Я тебя сам ударю. Убил, нет? Нет, не убил. Ошалеть, какой он жирный. Ты еще не умер, серьезно? Блять, какие-то они очень живучие. Мне казалось, они должны умирать быстрее. Ладно. Хорошо. Здесь у нас что? Рукоять. Но это, я так понимаю, ни хера не сюжет. Не сюжетно, это просто сокровище, которое в целом-то никакой пользы не несет. А, ну как и это помещение, оно тупиковое. Да, то есть, по-хорошему, мне надо выйти и повернуть направо. Да, вот сюда. Да, вот, вот, все, я понял, где я нахожусь. В целом, у меня есть ключ от чего-то. И я сейчас в это чего-то попаду. Это хорошо, это меня радует. Меня это радовать не может, потому что я для этого полчаса уже бегаю туда, блядь, обратно. Полчаса. Просто на перемещение на эти трачу. И самое главное, не забыть все это вырезать. Ну, иначе получится просто некрасиво. Я тут, блин, посмотрел уже один свой видос и понял, что я там забыл половину вырезать. И там оказалось слишком много лишнего. Но кто бы мог подумать, что я забуду. Так, лифт подъехал, это хорошо. Лифт — это здорово. Как меня радует, что здесь большой магазин. На 21 пульку. И стреляет он самостоятельно. Кстати, если зажимаешь, то он
сам делает. Да, вот так вот и живем. Так, никого, надеюсь, здесь я больше не увижу. Я уже устал их всех стрелять, убивать. А, они все появляются и появляются откуда-то. Чуть я настолько наверх залез уже, что сил нет. Сейчас отсюда, если грохнусь, то все, пиши пропало. Пойду я к мужику зайду. Гляну, что у него там по снаряжениям. Теперь открыто, да я вижу. Эй, герцог. Я желаю вот так. Кошелек герцога. Угу. Мелочевка. Ясно. Угу, угу. 168, блин. А мог бы ведь купить сейчас. Не обращайте внимания. По мне так отличная сделка. А ты и правда живучий. Но мне надоело болтать. Так, умри на... Куда мне нужно по сюжету? Конечно. Сюда. Слышишь эти звуки? Да. Нет, здесь лампочками все подсвечено, значит не сюда. Кое-кто дожидает. Прототип штурм использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует, слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим. Но придурок умудрился оттяпать себе пальцы пропеллером. Есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод — полная неудача. Да что-то я как-то даже не знаю, удача это или неудача, потому что он же бессмертный, мать его. Чего? А. Ага. Травка — это хорошо. Так, ладненько, ну пойдем. Пойдем мучиться. Спереди неуязвим. У меня нет времени на эту херню. С дороги! Блять. Он уронил меня. Пойдем. Я что-то сделал. Да это не, это глупо. Что я должен сделать-то? Хорошо. Просто надо успеть отбежать. Взять. А где он? Бежим. Тихо. Умрет? Нет, он. Бежим. Главное это крутить круги вокруг него, и он мне ничего не сделает. Он уже перегрелся, просто нужно пережить пару атак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давно это такое практикуется у тебя, не? Бежим, бежим отсюда, бежим, 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 бежим. Я, можно сказать, здесь вот сейчас умру. Потому что ума у меня немного, я забежал в этот угол зачем-то. Так, мне его убить надо или что? Ну, видать, да. Но он же, блин... Опять сейчас загорится. У
Неужели эта железяка такая живучая? Восемь минут я в него стрелял. Восемь, я все патроны потратил. Просто все потратил патроны в него. У меня больше нечем стрелять. Ну, есть, конечно, тут, ну, прям это самая малость. Это прям очень мало. Сигара, вот спасибо за сигару-то. Миранда омерзительна, ее вранье не знает границ. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прошу, ей это. Ну, короче, то, что она со мной сделала. Это чокнутая сучара. Всегда была не в себе. Для нее понятие эксперимента и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Она может стать кем угодно с помощью мегамицелия. Малявка Роза, вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно... Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его помочь мне. Ах, сука, он меня тоже что-то хочет со мной намутить. Да он не лучше, чем Миранда, так-то есть подумать. Он тоже хочет эксперименты какие-то ставить. Надо мной. Надеюсь, больше никто на меня нападать не станет. Я просто уже патронов нет. Вообще просто патронов, даже стрелять нечем. Ща, обломится, упадем вниз. Нет? Удивительно. Удивительно, что мы не упали. Офигеть. Ну, молодец, хорошо. Угу. Хорошо. Отлично. Угу. Так, ну здесь вроде как ловить-то больше нечего. Так что я пойду, пожалуй, вон туда. А возможно и вон туда. Пойду-ка я туда. Что происходит? Чё ты? Чё происходит? Гейзенберг? Чё происходит? Неплохо! Неплохо, Уиндерс! Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Ой, он соберет сейчас большого, огромного монстра железного, в которого мне нечем стрелять. Такая, конечно, история. Сволочь. Я вот туда наверх лез, да? А он меня просто так скинул. Я это не прочу. Во-во, блядь. И лестницы, да, наверх нет. Че, ума что ли нет? Да что ты? Завалил себе дорогу, молодец. О! Я слушай, просил тебя не лезть, я, блядь, уже стольких убил, что ты меня сейчас даже не напугаешь, честно. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не Мию. Ты жил не с ней. А с кем я жил? С Мирандой. Что? Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили, и я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А я так а не полез, да? А нам без гражданских приходится непросто. Гражданский, блядь, а больше тем, чем ты сделал. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно.
Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ. Да не дам я. Он по голове мне сейчас им даст. В смысле? Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Это не совсем так. Вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Роза! Охренеть! Идем туда! Остынь! Мои бойцы не спускаются с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте, встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Я только что ему нужен. Ладно, не было. Вот это вот самое интересное. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. Ладно, ладно. Давай. Сохранялочки никакой не будет, чтобы на этом закончить, нет? Назад пути нет. Или это прям уже финалочка? Все, да? Я просто думаю, что это финалочка уже часа два. Я здесь никак остановиться не могу. Ну, ладно, что, поехали. Как бы вариантов других нет, так что погнали. Тук-тук. Так это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Весь день потратил, чтобы записать это, представляешь? Весь день, просто весь. Роза, я иду. Но правильнее будет сказать, конечно, что ты едешь. А, эта пушка, короче, стреляет бесконечным количеством пулек. Ну-ка, ну погнали, чё. Наконец-то у нас получится кого-то убить и не морочиться по поводу патронов. Там был козлик. Но его ж не слышно было, как же я... Поехали. А что это за место? Ебать. Как я эффектно выхожу, да? Все? Или еще что-нибудь скажешь? Руку одну отстрелил, вторую руку надо отстрелить. Поехали отсюда. Вторую руку отстрелил, почти же ведь уже, ну. Еще руку отстрелил, ну-ка. Хорош. Что ж, придется сказать спасибо за участие. Так че? Че ты меня бьешь, ну? Заканчивай. Да все, все, он уже готовый. Ну не прямо чтобы готовый, но.
за свободу! Где он? У меня где здоровье? У меня есть здоровье вообще, нет? Блять, мимо пролетело, прикинь. Хорошо. Я на всякий случай еще стреляю, чтоб вдруг что. Да давай перезаряжай быстрее. Готово дело. Вот это было близко. Очень. Хана твоим роботам. Да, хана. Бежим. Бежим. Совсем бежим, говорю же. Погоди. Так. Сделаем лекарство. В полевых условиях. Там была кнопочка, типа, ой, вот тут вот, использовать. Да встань, пожалуйста, уже, ну пойдем. Угу. И вон там. А что мне нужно сделать с ним? Да обосраться. Что у нас тут по гранатомету? Телесная прямая. Ну что думаешь? Шансов нет. Верно? Сдавайся. Плоть и кровь меня не одолеют. Плоть и кровь тебя сейчас одолевают. Бежим. Это и это на его адгасе. Мина? А что, нельзя минами пользоваться? Вот так здорово. А, ну тогда давай воспользуемся снайперской винтовкой. Хорошо. Черепушка у него на подходе уже. Все, он уже горит весь, рассыпается. Ой. Ты умираешь или я умираю? Кто умирает? Что происходит вообще, да? О! Сам виноват! Больно. Больно было сейчас. Мне нельзя умирать. Я должен убить ее. Кого ее-то? Все, заканчивай. Готово дело? Отлично. У меня есть телефон. Нифига себе. Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан? Роза? Итан! Итан, ответь! Походу, она сама к нам пришла, эта Миранда. Мия? Но... Роза... Такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь. Как всегда. И что я заменила Мию, не знал.
Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Миранда. Хватит. Тоже симпатичный в целом. Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет. Роза — совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй ты, сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя. Это моя дочь, не твоя! Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди и сразись! Не бойся, Итан. Ты умрешь быстро. Да я руки себе приращивал. А, нет, так умру, да. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Пиздерики Итану пришел. Я столько ждала. Но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет. А Крис где? Где все? Как бы, ну, типа, почему все ушли куда-то, а я тут один остался? Как-то все это неправильно. Капитан, я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку. Я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. Так бесы ей, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот 2 цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые? Выходим. Ясно. Да, есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вот такая вроде вот история. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря...
Подожди, а есть Миранду? Здесь ни карты, ни сохранялки, короче, нет, да? Нам в любом случае нужно будет дойти. Ну, пойдем стрелять. Радует меня, что здесь куча патронов, поэтому не нужно особо сильно переживать за количество выстрелов, за количество выстрелов до убийства и всего чего-то подобного. Ну, чё стоишь? Чё сидишь? Эй, Альф, посмотри на это. А чё смотреть-то? Я и отсюда вижу. А, они... Бисы. Далеко залезли. Ну, мозгов-то, если нет. Внизу все очень плохо. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Хорошо. Погнали. Скопление враждебного биооружия. И больше, чем мы думали. Ой, хорошо-то как, а? Блин, как здорово. А я могу делать сейчас что-то, нет? Не, не могу, жаль. Ну, не из чего делать, очень обидно. На западе чисто выдвигаюсь. Понял. Заметил судно BSA. Два охранника. Я справлюсь. Осторожнее. Круть, мне нравится. Вот в такой Resident Evil я бы поиграл. Когда тебе думать не надо, ты просто бежишь и да стреляешь. Чё, где? Ой. Ой. Значит, Миранда наверняка там. Вперед. И не то, чтобы она там. Она, скорее всего, знает, что мы идем к ней. Вижу крупное биооружие. Мутант. Где? А, я тоже вижу. Стреляй. Готово дело. Смотри, как быстро всех разносим, да? Был бы еще, была бы обойма еще на хотя бы на 80 пулек, чтобы вообще наверняка. Эй, босс, это я. Я на позиции, готовлю огневую поддержку. Придется чуть подождать. Ясно. Это Тундра. Я оставила припасы в одном из домов, капитан. Можешь забрать. Спасибо. А в каком одном из домов? Оставила, она говорит, я в одном из домов оставил припасы. Ну, пойдем по домам. О, ищем. Поздно очень включать этот прибор ночного видения. Что меня вообще не радует. Шо, блин, как этот. Ну, дурашки, ну, зачем вы на меня нападаете? Вы же знаете, что вы проиграете. Сероглазый, мне нужна помощь! Я тебя вижу. Да не нужна мне помощь, я и сам вполне хорошо справляюсь. В спину заходит, представляешь? Ой, что-то в меня летит сейчас. Да куда ты FPS-ку-то просаживаешь, ну? Нашел время. Самый экшен начался, а ты FPS-ом занимаешься, просадкой точнее ее. Его. Ну-ка, упал он совсем или не совсем? Ой. Блин, мне нравится. Просто вот берешь и стреляешь. Красота. Только не выпадает из них ничего, вот это обидно. Ну, а что ж поделаешь-то? Вообще, на самом деле, я думал, что финалочка не заставит себя долго ждать. Они всеми силами пытаются заставить меня бросить гранату. Но я ее не бросаю. Знаешь почему? Потому что я экономлю.
Ой, сколько же их тут, ну... Хорошо, здесь в голову быстро убиваются они. Я добрался до цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. А в смысле отмечаю? Как я отметить должен? Разберитесь с плесенью. А чистящие средства какое-то дадут, нет? Давай вот сюда. Крутая тень. Перезарядка. А вот это зачем было? М? Не знаешь? Я тоже не понял. Может, вон туда надо стрелять? Я думал, что по корешкам надо, а так, я так понимаю, по вершкам все-таки. Перезарядка. Да меня убьют уже 150 раз. А чего они там так коревенько шевелятся? Я перезарядил. Жду твоего сигнала. Давай сюда попробуем. Отлично. Нормально? А чё, чё отлично? Перезаряжаюсь. Ой. Туда движется целый рот. Блин, не-не-не-не-не-не-не, ерунда получается. Не нравится мне это все. Брось. Заканчивайте. Ой, тут... Я вижу здесь... Что здесь вижу? Быстро разрастается. Что-то явно ускоряет его. Тихо, тихо, тихо. Бежим. Бежим и стреляем. Хорошо. А зачем им этот мега-мицель? Они что, с Мирандой заодно, что ли? Я не пойму. Я-то цел. Толку-то от того, что я цел. Черт, эти твари используют оружие. Они наверняка про тебя думают так же. Целеуказатель в порядке? Целеуказатель в полном порядке. Просто если бы я еще... Просто если бы я еще мог бы им воспользоваться, и на меня не агрилось бы такое количество зверей. Еще пятеро с горы на востоке. Пусть бегут. Конечно, попал. Кажется, эта штука сейчас рухнет. Готовлю следующий заряд. Секунду. Ой. Ой. А можно как-нибудь вот... Как вы смешно рассыпались, не? Да выеживался, ну. Ой, как же плохо, бежим. Угу. Отлично. Хорошо. Мицели, вероятно, внизу. Красота. Куда уж ниже-то? Мегамицелий. Мегамицелий. А где мегагрибы? Я просто... Может, что не понимаю? Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Угу. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Что за инъектор? А, это типа лечилка? Аптечка? И все такое. Ой. А кто там кряхтит? Оно умрет или же мне нужно что делать?
Это ж дед. Разве нет? Скорее всего, да, скорее всего, это дед. Ну, пойдем. Дедуль. Охраняешь мегамицелий? Да нет, он, блядь, нас убивает. Да нихуя себе. Это ты что, дурак, что ли? Такой булавой по мне стукануть-то. Лоба, у меня тут крепкий черт. Нужна твоя помощь. Где ты? В крыше есть дыра. Целься туда. Бежим. Я так понимаю, ему нужно по спине стрелять. О, блять, по башке стуканул сзади, ну... Нет, нет. Бежим. Хорошо, я подам сигнал указателям. Так. Каким указателем ты сейчас подашь сигнал? Отлично. Серьезно? Ты еще жив? Да там целое здание рухнуло, блядь, от такого удара, а ты все еще жив. Мне кажется, это неправильно как-то. Мне кажется, ты слишком живучий. Не? Или ты считаешь, что все нормально? Ой, зря подхожу, зря. Прям в лоб. Так, ладно. Ладно. Сбивает сигнал, представляешь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Успел. Убил. Да, убил. Хорошо. Ох, бляха-муха, какой он сильный-то. Двигаюсь дальше. Всем остальным не спускаться вниз. Ну, а как-то... А, все, нашел. Эгоист какой, да, говорит? Я пошел, двигаюсь дальше, а ты не спускайся вниз. Раз Миранда притворялась Мией, то где настоящая? Небось, решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. Я не пойму просто. Что-то такое, что за звуки-то вокруг меня все время. Разные всякие там и мешающие. Ой. Я нашел его. Это мегамицелий. Это не мегамицелий, это какая-то хреновина просто, неизведанная. Отряд, прием. Мегамицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Нет. Я думаю, что это не так просто. Да, давно пора. А мне кажется, эта хрень перетворилась мегамицелием. Это Миранда. Ну что? Заряд Н2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Жду команд. Так, он ждет команд, значит, мне нужно куда-то бежать. Я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но... Зря мы не рассказали план Эйдену. Зря. Некогда было. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. Некогда было, и да... И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Некогда было. Ты сколько раз его отталкивал и говорил, что не твое это собачье дело. Миранды. Ты псина... Поганая, просто вот так вот поступил. Ой. Каду. Они управляют биооружием с помощью этого. С помощью этого? Ой, а что это? Это Гейзенберг. Это... поймет кто.
Это... Хуй его поймет, кто. А это Маро, наверное, нет? Русалка-то. Хрен его знает, я не разбираюсь во всех записочках. Это Гейзенберг, это факт. Уважаемая Миранда, прошу прощения, что не прибыл к вам лично. Я бы с удовольствием посетил вашу тихую деревушку. Но вы очень занят. Впрочем, вы бессмертная дама. Вы сейчас едва ли вспомните бедного студента-медика, умиравшего на снегу. Я высоко ценю открытие, сделанное мной 15 лет назад, когда я жил в вашей деревне. Ваши опыты вдохновили меня. Трансформация человека путем внедрения в него организма поистине гениальна. Я понял, что эти знания помогут мне открыть следующую ступень эволюции человека. Пережив две мировые войны, мы стоим на грани третьей. Я исполнен решимости. Однако за время наших долгих ночных бесед я осознал, что ваши цели отличаются от моих. Вы надеетесь воскресить одного человека? Я же намерен изменить мир. Ваши опыты с плесенью не помогли бы мне добиться экспоненциального распространения инфекции. Я решил, что вирус будет более эффективен. Вот почему, моя дорогая, я покинул вас. Я до сих пор сожалею, что не попрощался. Простите, что ворошу прошлое, я же пишу, чтобы сообщить вам приятную новость. Я нашел ключ к эволюции. Это прародитель вируса из Африки. Вместе с коллегами и друзьями я открою фирму для изучения вируса, я назову его Umbrella, в честь символа из той пещеры. Я на шаг ближе к реализации моего плана. Надеюсь, вы однажды тоже добьетесь цели. Вы многому меня научили, и я буду обязан вам до конца жизни. С уважением, ваш вечный последователь Спенсер. Спенсер. Здесь? Опа. Не может быть. Я... Это, видать, отсылка как раз к началу, к самому. Но я в этом во всем не шарю, поэтому я не скажу ничего. Моя Ева, прошло столько лет с тех пор, как тебя забрала испанка. Тогда я была бессильна, но теперь я воскрешу тебя с помощью мегамицелия. Испытала регенерационные... Чего? Способности твоей новой оболочки. Расчленила и оживила ее в чаше гиганта. Регуляторе мегамицелия. Осталось лишь спасти ее с мегамицелием. Наконец пришла церемония. Угу, угу. Нужна оболочка. Кое-кто, например, Альсина была близки к идеалу. Угу. Остальные были оборотнями. Однажды ко мне Мартин. Короче, ясно. Ни хера не ясно. Красивые какие девки. Что с ним такое? Вот с этим, смотри, что такое. Вот с этим вот. Ну. Поплыл мужик. Справа, который был. Блин. Это что? Мия? Руки наверх. Сероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят, чего-то ждет. О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что, ты сказал Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война во всё, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Нашли Мию. Следуйте вовремя. Плану. Я иду к месту церемонии. А у Итана сердца Стой. Нет. Не бросай меня. Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас. Мы переехали сюда. Сделали все, как ты просил. Я не спорила. Лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он мертв. Я не спас его, но спасу Розу. Прям жалко стало Мию, прям вообще реально жалко очень. То есть она сидела значит, здесь, над ней опыты ставили и все дела, погиб. А тут... Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но...
Ты не понимаешь, он особенный. А, то есть он тоже не умер? То есть он тоже сейчас очухается, он как Миранда. Он тоже сейчас встанет, он наверняка тоже больной, да, и... А, ну у него же, блин, даже руки прирастали, ёлки-палки, конечно, у него и сердце новое вырастет. Что происходит? Тут кто-то есть. Блять, хихоньки-хахоньки. Дай мне Ctrl нужно нажать, чтобы это... Чтоб полить себя антисептиком этим. Как я сюда попал? Сука, как холодно. Это заставочка. Я ничего не делаю. Черт. Мое дело. Мое дело. Ты такой дурак. Спасибо. Эвелина. Ой. Тоже здесь. Эвелина, привет. Ты мертв. Мертв? То есть Миранда? Она? Нет. Я должен спасти Розу. Нет, Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. О чем ты? Я же могу. Ой, 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 ой. Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают? Вспомни. Там в седьмой части ногу отпилили, да, по-моему, у него? Это невозможно. Бред. Ебать, развязочка. Не должен, по идее, тут расхаживать. Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Кому я что должен? Пошла ты! Ну, тогда кто же я? Я это сделал. Эвелинка, ты чё смеешься-то? Мия. Я. Чё хоть смешного? Здорово. Так что ты больше не увидишь свою семью. Здорово, блядь. Семью? Семью? Нет. Роза. Я должен спасти дочь. Но ты уже мертв. Мертв. Я спасу свою дочь. Что творится? То есть по факту... А Мия как? Мию же ведь тоже, получается, убил этот мужик 3 года назад. Или же нет? О.
Что это за Скайрим начинается? Очнулся, наконец. Где я? О, герцог. Вам снился кошмар. Герцог, герцог, привет, герцог. Герцог? Отменная была битва с Гейзенбергом. Но кто же знал, что явится Миранда? Давно я в отключке. Да полагаю, с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда. Даже подъезжаю. Спасибо. Итана, вы совершенно уверен? Боюсь, что вы развалитесь. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Приехал. За мной, должок. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да, выбора нет. Так. Надо идти. А куда идти-то? А? Карты есть? Куда идем? Я понимаю, вон туда, что ли? Вместо ритуала нужно идти? Да, нужно туда идти. И бежать нельзя, блядь. Все. О-о-о, патронов мне дали зачем-то. Сохранюсь. 9 часов. Давай на этом с тобой закончим. Потому что я уж подустал, а следующая серия все равно выйдет. Скоро уже. Так что давай. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. Увидимся с тобой в финале и в других игрушках. Всем пока.